Для некоторых магнитол мы должны понимать, что существуют разные уровни комплектации, точнее конфигурации вашего автомобиля. Некоторые автомобили у нас низкоуровневой комплектации, некоторые автомобили у нас имеют высокий уровень комплектации. Для высокого уровня комплектации еще идет вот такой вот прибор CANBUS, который входит в данный аппарат. Он подключается к устройству питания точно так же и используется для того, чтобы синхронизировать мозги вашего автомобиля и подключать, например, некоторые функции управления автомобилем и настройки автомобиля. Не все эти устройства поддерживают такую возможность. Поэтому для того, чтобы это определить, нужна обязательно консультация. И как это делать и выбрать, мы расскажем в следующих видео. Также хочу показать, чем отличается размер, насколько отличается размер 10-дюймовой магнитолы от магнитолы на 9 дюймов. Как видите, разница достаточно серьезная, но не на все автомобили возможно подобрать, например, 10-дюймовую магнитолу. Можно только 9-дюймовую. Слишком много нюансов и разных разновидностей автомобилей. Смотрите следующее видео, от чего же зависит цена на эту магнитолу.